Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Если вам понадобится индивидуальная консультация, под данным видео находится номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Итак, сегодня вновь печальная тема. Меня попросили сделать на ССЭК Буинову. Девушка пропала 11 апреля 2024 году. Она подрабатывала таксисткой. В тот же день в Улан-Удэ пропал Станислав Нарбоев. Я сейчас посмотрю причину исчезновения ССЭК. Дальше буду смотреть, как будут разворачиваться события, что мне скажут карты. Итак. Сигнификатор. В день пропажи девушки. Сигнификатор. Причина исчезновения. Она с кем-то договаривалась о какой-то встрече. И это был молодой человек. Она должна была встретиться. А здесь я вижу, что были какие-то определенные планы на эту встречу. И это были, возможно, даже какие-то рискованные, может быть, шаги. Но что-то уже как будто когда-то это было запланировано. Возможно, даже это какая-то была деловая встреча. Что-то должно определиться, что-то должно было определиться именно с девушкой, с ССЭК. Причина исчезновения. Я вижу здесь странности в том, что, возможно, кто-то девушку как домогался. Человек очень жестокий, а человек, возможно, принадлежит криминальному миру. А даже, возможно, не исключено, что человек был не свободен, но он каким-то образом был как-то с ней связан. Здесь вообще я вижу, что на нее оказывалось какое-то давление. Возможно, она и мало кому что-то говорила. Но она каким-то образом была с этим человеком связана. Каким образом? Что она должна была, может быть, этому человеку? Что? А вообще за ней велось как наблюдение. Посмотрите, во-первых, выпадают уже два старших аркана здесь. Старший аркан башня, старший аркан смерть. На девушку выпадает старший аркан звезда. Во-первых, я вижу, что история очень грустная и печальная, с плохим развитием событий. Здесь есть криминал. Здесь замешан какой-то определенный человек. Возможно, ССЭК брала у него деньги. Либо что-то было связано с какими-то финансовыми вот делами, с какими-то финансовыми ресурсами. Возможно, от нее кто-то что-то требовал. Но я еще раз говорю, история печальная. Я вижу, что здесь есть криминал. На нее однозначно напали. И не просто напали. Именно с той целью, чтобы ей причинить физическое увечье. За ней наблюдали, за ней следили.
Я не знаю ту территорию, то есть что там за район, но я могу сказать, что здесь нужно искать среди каких-то авторитетов местных вообще следы вот этого преступления. Давайте я посмотрю на молодого человека. Что мне скажут карты? Во-первых, я вижу, что там какое-то большое количество людей были задействованы в этой истории с ССЭК. Не просто так это все. Так, Станислав Нарбуев, его сигнификатор, в каких он был энергиях и причина его исчезновения. Причина его исчезновения. Он куда-то как поехал, он с кем-то должен был взаимодействовать. Кстати, могу сказать, что он взаимодействовал с какими-то людьми, опять-таки, с которыми он не должен был взаимодействовать. Люди, можно сказать, как без головы. И сам он предпринимал какие-то решительные шаги. У меня такое впечатление, что там шли какие-то разборки. Что там шли какие-то разборки, понимаете? И у него такая же ситуация. Он думал, что у него все находится под контролем. Молодой человек достаточно смелый, достаточно рискованный. И здесь выпадает также карта. Я могу сказать, что... Как он был связан? Возможно, он с ССЭК Буиновой симпатизировал. Это была некая такая симпатия. Он готов был встать на ее защиту. Но здесь, опять-таки, я вижу еще раз вмешательство какого-то человека. Здесь идет группа людей. Здесь есть какой-то треугольник. В этой вообще в этой какой-то истории есть треугольник. И еще могу сказать, что сейчас я посмотрю дополнение и скажу, что мне еще показывают карты. Девушка была сама по себе... Вот понимаете, у меня все равно переплетается этот парень, Станислав, непосредственно с этой девушкой. Девушка была очень яркая. Она привлекала к себе большое количество людей. И здесь все равно, понимаете, здесь идет запутывание следов. И у меня почему-то идет информация, что как вода. А то, что ее не могут найти, я не вижу, чтобы... Это что-то связано, что-то еще с водой. Но я не вижу, чтобы Станислав и ССЭК были в добром здравии. Я эту информацию не вижу. История вообще запутанная. А здесь участвуют ни один человек, ни два человека. Здесь идет какая-то компания. Я могу сказать, что Станислав там попал под замес, и он идет как заступник, как защитник. Но в какую-то историю влезла именно ССЭК. Что-то от нее как требовали, что-то от нее хотели. У меня идет вообще информация, что девушка вела какой-то двойной образ жизни. Она подрабатывала таксисткой. Конечно, она все делала для того, чтобы обеспечить, по всей видимости, себя,
свою семью, но я здесь вижу, что еще были какие-то люди, конкретно какой-то мужчина, который мог ей либо какие-то деньги давать, либо что-то как-то участвовал в ее жизни. И я вижу, что здесь идет месть, что изначально уже ее приговорили. Она не выполнила какие-то обязательства. Здесь идет месть на фоне какого-то любовного треугольника. И причем ни одного, потому что я вижу, что девушка всем нравилась. Это не говорит о том, что она была легкая в поведении, что... но это говорит о том, что, возможно, она где-то заигралась. Возможно, она как-то заигралась со своими поклонниками. Но я здесь вижу реальную месть. Парень попал под замес, он ее защищал. Если у вас будет информация, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Пишите только по факту. Я вас очень прошу. Пишите по факту. Может быть, какой-то вы информации обладаете, полезной для данного видео. Я желаю вам всех благ. Берегите себя, берегите своих детей.